Приветствую, друзья! Сегодня покажу, как сделать невозможный треугольник оптической иллюзии из бумаги. Нам понадобится три прямоугольных листа бумаги с соотношением сторон 1 к 2. У меня это 5 на 10 сантиметров. Также будут нужны материалы для раскрашивания сторон. Можно воспользоваться маркерами или карандашами. Или же не раскрашивать, на ваше усмотрение. Я буду вырезать прямоугольники из обычной бумаги, воспользовавшись ножом и линейкой. Всего будет нужно 3 таких. Сборку модуля начинаем с того, что складываем бумагу пополам вдоль. Затем раскрываем и подгибаем одну из длинных сторон к центру. Переворачиваем и подгибаем к центру противоположную сторону. Проглаживаем и раскрываем эту часть. С обратной стороны оставляем бумагу на месте. Далее нужно подогнуть бумагу по диагонали от нижней точки к правой стороне. Для этого подгибаем правый нижний угол к левой стороне. Проглаживаем не до конца, а до линии сгиба. Поворачиваем для удобства и складываем бумагу вот таким образом. Показываю еще раз, как нужно сложить бумагу. Проглаживаем. Затем отгибаем небольшой треугольник сверху в сторону, а к средней линии подгибаем правый верхний угол. Раскрываем подогнутые треугольники. Переворачиваем фигуру. Подгибаем правый нижний угол к противоположной стороне. Проглаживаем и раскрываем. Модуль готов. Делаем таких 3 штуки. Чтобы оптическая иллюзия получилась, лучше раскрасить модули в 3 цвета. Если не хотите запариваться, есть вариант обвести по контуру все стороны, кроме боковых уголков. Цвета должны распределяться следующим образом. Белый с серым, серый с черным, черный с белым. Все модули разные. Для раскрашивания придется развернуть модуль, а затем свернуть обратно. Я буду использовать маркеры, которые позволяют получить довольно ровную заливку. Дожидаемся, когда окрашенная бумага полностью высохнет, и можем приступать к сборке. Перед соединением частей убедитесь, что у вас не подогнуты треугольники с обратной стороны. Берем первые 2 модуля и вставляем угол одного в треугольный кармашек другого. Переворачиваем. Заправляем верхнюю часть бумаги под горизонтальную полоску. Маленький треугольник загибаем сверху. Поворачиваем. Аналогично вставляем угол третьего модуля внутрь треугольного кармашка второго. Переворачиваем и подгибаем бумагу за полоску. Затем подгибаем верхний треугольник. Те же действия повторяем с оставшимся углом, соединяя первый и третий модуль. Проглаживаем, и фигура готова. Вот такой треугольник получился.
Есть еще вариант раскрашенный карандашом и контурный. Какой треугольник вам больше нравится, напишите в комментариях. И подписывайтесь на канал Artvium, здесь вы найдете еще много интересного.